И вот там, где прилежание ее больше всего, там и будет правильный угол поднятия пряди. Срез делаем, ориентируясь на контрольную прядь с затылочной зоны. И вот смотрите, как красиво у нас выглядит градуировка. Мягкая, с учетом костной структуры. Нету никаких резких ступеней в переходах. То есть все гармонично. Убрать. Положить. И как раз у нас будет все плавно. Угу. И гармонично. Меняется плоскость, меняется угол подъема.